В Верховном суде Коми прошло обсуждение оправдательного вердикта предполагаемым заказчиком поджога торгового центра «Пассаж». Судебный процесс длился почти 2 года. Материалы уголовного дела насчитывали 215 томов. И вот на прошлой неделе 10 из 12 присяжных заседателей посчитали, что братья Махмудовы и Валентин Гаджиев не причастны к этому преступлению. Виктор Прокушев дежурил у здания суда. Приговора сегодня не прозвучало. В зале заседания прошло так называемое обсуждение вердикта. Решались некоторые вот технические и процессуальные моменты. Хочется отметить, что оправданные братья Махмудовы и Валентин Гаджиев пребывали сегодня в приподнятом настроении и охотно общались со всеми пришедшими журналистами. Как нам рассказал Валентин Гаджиев, на выходных они уже успели побывать в Ухте. И, кстати, поездкой, по крайней мере, он остался доволен. Сегодняшнее заседание продлилось не более получаса. Оглашение приговора назначили на следующий понедельник. Напомним, сторона обвинения сможет обжаловать приговор в течение 10 дней после его вынесения. Сейчас будет процесс ознакомления с протоколами судебных заседаний. Так, в ходе судебного заседания процесса судья нам сказал, отказал удовлетворение ходатайства о получении копии в ходе процесса. Накопилось десятки томов. И сейчас потерпевшие, в том числе Крастылев Пулялина, думаю, будут с этим ознакомливаться, но это уйдет месяца 3, может, 4. И после чего уже только может быть отправлено в Москву дело. И вопрос о мере пресечения Москва вряд ли будет решать. Она будет решать о том, оставлять в силе этот вердикт и приговор или нет, или отправлять на новое рассмотрение. От здания суда Виктор Прокушев, Василий Янин, телеканал «Юрган».